Димон, куда мы идем? Мы идем на вечер Бигфут против Штыркова. Вот, короче, ребята, снимем, будет интересный сюжет. Да, Димон? Ну, да. Илька, привет. Привет. Скажи привет. Димон, скажи привет. Не смотрю северно. Сега, привет. Как жизнь молодая? Вот все ближе и ближе к главному бою вечера. Видите, что зал уже заполняется. Уже, наверное, максимально. Лазерную указку, что-то прикалываешься, что это типа камера. Короче, уже практически максимально зал заполнен. Народу куча, очень много знакомых. Вообще никого. И он, как всегда, жгет. Всем привет! Сейчас берем репортаж у Михаила Алексеева. Миша, у тебя был бой тяжелый вообще. Я смотрел в первом раунде, пропустил удар и по животу. Паша, привет! Павел Маликов, чемпион, учился. Вот, у нас тут, короче, да, чемпион. Показали вечер, а это Таня. Что хорошая значит? Девочка. Боксер! Я так закрепил. А там, короче, он Егор стоит. Давай, Дебатский, давай. А я чемпион Украины. Поздравляю. Так, пацаки. Миша. Поехали. Пару вопросов. Вот бой у тебя тяжелый был. Пропустил в первом раунде вот удар по печени. Как тебе вот в дальнейшем, что ты можешь сказать в пару словах? Ну, это бокс. В боксе все бывает, и падения, и взлеты, и нокдауны, но надо встать и двигаться дальше. Это был 10-раундовый бой, это только был первый начало, и он уже подумал, что подломил меня, сломал. Но я не мог же сразу сдаться в первый раунд. Миша, характер, он воин. Скажу, вот мне говорили за казаха, говорят, хороший казах, прошлый бой он там выиграл там, чуть ли не нокаутом или нокаутом. Нет, он выиграл все 10 раундов, боксировал. Он начал, хороший боксер. Да, он хороший боксер. Он просто завязывал долгое время и сейчас вернулся. Я понял, он два боя откатил, и сейчас третий бой вышел со мной. И он вроде продышался, был готов. Ну, сыграло что? Сыграло молодость и мое упорство, и характер. Мы же сами северные. Характер, воин. Да, молодец. Да, я тебе руку выжил. Паша, что ты можешь сказать? Как у тебя побои, как спасение чувствуешь? Кстати, Вова Келеш, это мой хороший друг. Да? За тебя много чего хорошего. Вова, привет, все нормально. У него, кстати, бой сейчас будет в декабре. Да? Где, здесь? Нет, в Москве. Класс. Привет, Вов. Привет, Вов. Я скоро буду в академии, скоро приеду в академию. Паша там, говорит, пашет днями, ночами в зале, там оставляет весь пот, кровь, все. Все, именно так. Вот, Вовчик, так что тебе привет. От нас, от всех. Хочу представить, это Ковач Алик, один из братьев. Олег, как тебе бой Паши? Очень такой зрелищный был, на мой взгляд. Хороший бой, хорошая подготовка. Одна из самых отличительных черт Павла Маликова, то, что он умеет слушать в ринге. Я советую это любому боксеру, который хочет развиваться, я советую научиться слушать в ринге. Это тоже определенного образа рефлексы, поэтому Паша выиграл только благодаря тому, что он четко соблюдал свой план на бой. Просто раунд в раунд, слово в слово, делал все, что ему говорят в углу. И именно поэтому он его очень правильно выиграл. Победил. Понял. Хорошие слова, Олег. Большое тебе спасибо за пару слов. Всем представить, это Магомед Курбанов, чемпион. Сколько тебе уже поясов? Два пояса. Уже два пояса. В Евразии. Пару слов о бое. Как тебе бой дался? Бой дался, как сказать, 10 раундов. Выбирал соперника, левша, неудобный. Поставился под него, все хорошо. Все отлично, Гиман. Все, спасибо, Мага, тебе теплые слова.
guys, it's IHSBO Ural. Few words about this fight. If Gilmar, Чебраков. Гилмар? Да. Это Адам Сэндлер. Да, что, Адам Сэндлер. Now we're looking at referee do something. It's this is undercard code of award. Yeah, co-main event. Yeah. Next fight to by Crusher versus Ward. Now referee do some stupid it's moves. Dumb, dummy. Yeah, yeah. Stupid. Why they don't they can't fight with the referee? I don't know. Maybe because it's rules in the boxing. But if if I will be in the ring, I at the first take down the referee. Maybe referee is a good wrestler. Maybe. He's not rules boxing. I see that he do some moves of his hands. You see. He holds the black man. Yeah. Now he, why he touch Evgeny? Why he take him head? Yeah. Fucking shit. Fucking shit. The man in a red shirt. In Russia, it's a Krasny Truselya. You know this? Yeah, the Krasny Truselya. Yeah, Truselya. Krasny. Brussels? Maybe. I think it's in Polish. Poland. Poland language. Шашка фишка. Шашка фишка. Курвес продолжи. Екатеринбург is good restaurant. Pizza Mia. Pizza Mia, yeah. Top level is yeah. Restaurant. A Burger King. You know it? McDonald's. No. No, it's Великолёшка. Великолёшка. Yeah, I was in Великолёшка. Very high level. Yeah. My restaurant is Екатеринбург. Великолёшка. Женя! 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 Лёшка! Вилька! Рябина! Евгений was do something by win this fight. You see his move, he is победу одержал